Волн и Иван Дорн. В Екатеринбург уже сразу хотел. Как ветер петь и над землей лететь, но так высока и так близка дорога в облака. Зима сводит с ума тебя. Зима. Подслушайте мелодику. Мы группа «Волны», и мы только что приехали в Екатеринбург. Может, я буду подтягивать? Клуб «Дом печати», 7 часов. Паша, расскажи, что ты знаешь о Екатеринбурге. Екатеринбург? Ну, тут живут красивые девчонки, тут холодно. Нордично очень. Ну, еще тут есть «Фрайдис», и там очень вкусные «Соуджек», «Дэниелс», и прекрасное пиво «Гримберген». Вот-ка реклама. Я понял, что это похоже, когда едешь по Металлургу. К площади Мочилова. Да, очень похоже. Там один в один такие же. Вот металл, я даже вот помню, как трамвай вот отсюда выезжает. Вот прям вот металл. А вон там, знаете, завод. Он торчит. Мы уже начали тур с Победы, Победы в Оренбурге, а теперь начинается наше уральское приключение. Это первый выезд в столицу Урала, так что будем брать Урал. Ура, ребята. Моя улица навсегда. Привет, мы сегодня находимся в городе Челябинск. Сегодня 29 ноября, сегодня воскресенье, и отличную атмосферу нам дарит клуб культуры, ну и вообще челябинские зрители, которые пришли на нас посмотреть, послушать и потанцевать, что самое очень важное. Так что пойдем посмотрим, как там все происходит в клубе культура, культура группы «Волны». Пойдем со мной, вот наша фишка висит. Свой путь и упавши навсегда.